Запись пошла. Приветствую всех, кто будет когда-либо смотреть это видео. Это игра Blade of Darkness. Прохождение за варвара. Недавно прошел эту игру за гнома. В итоге прошел уже за двух персонажей. Остался варвар. Вот он, собственно говоря, и рыцарь, за которого я еще не играл. Так, бля. Очень тяжело у него этот удар бьется почему-то, блядь. Непонятно, как его сокращать, вообще пиздец. Блять, а? Сейчас получилось, но это случайно как-то. Блять, а? Ну как-то получается, но очень плохо. Так, ладно, хорошо. А как тут бьется? Я не помню, как бьется. Ёб твою мать. Вот такая хуйня. Ну как-то так, да. Так, еще что у меня есть? У меня есть, ну это слабый меч, у него дурацкий супер удар, это пиздец просто. Пока его ударишь, тут обосрешься нахуй. И вот этот, как у него? Никакой 14 левел. А, блять, он мне недоступен, вот пиздец. Ну ладно, пошли, что. Так, с бутылками у нас что тут? Бля, бутылок нет вообще нихуя, ебаный в рот. Ну ладно. Уровень все 14. Ну где вы тут, блядь, два хуя? Там лучник, поэтому надо съебаться от них. Давай. О, заебок. Они меня выебали. Ты вообще забыл, как играть за варвара. Так, спокойно. Да. Так, я вообще не помню, как за него играть. Так, тихо, тихо, тихо ты. А, вот же я еще забыл. Отличная атака. А, ну только он ее не смог сделать. Ну бывает, да. Вот такая. Ладно, давайте пробовать. Что,
чисто чувству тяжело, сука, будет, потому что забыла, как за варвара играть. Но теперь придется в основном играть за него, бля. Молодец, да, своего друга. Давай еще. Блять, агандонина. Так, я проебал все их этими, что у них тут было, да. Хуёво дело. Может взять вот эту? Варвар, сука, слабоват еще, у него уровень маленький пока. Блять. Где вы тут? Варвар, а хули ты встал-то? Ой, бля, какая пиздота. Ой, бля, ну, мне кажется, заново, наверное, надо начать. Блять, а. Первый раз попал этой штукой. Ну, у меня вообще жизни нет. Так, а чё же так все сложно-то для меня стало? Кто опять рыгает, блядь? О, еще. Блядь, а кто тут-то еще? Блять, а. Ну я растерялся здесь. Здесь, наверное, надо заново начать. Да. Ну, потому что как-то не пошло. Да, варвар реально сложный какой-то персонаж. Такого у меня здесь еще не было, сука, блядь. Меня так выебали. На это постоянной энергии не хватает. Чё за хуета, блядь? Возьми ты меч-то другой, да долбоёб, а? Блять, ну ладно. Ой, блять. Может, я даже брошу и не буду это выкладывать, а чё? Ну не получается, ну видите, ничего. Они сейчас, суки, со щитами, блять. Смотри, чё-то он смотрит на того, на... Блять, ещё это наведение цели дебильное. Ничего не оставили мне, да? Никаких этих мешков. Варекс, хуярекс, ничего не оставили, ладно. Сокращать не получается, вот чего. Вообще не получается за варвара. Yeah, yeah.
Так. У этого мешок остался. Ну вот уже немножко получше. Так. Ну что теперь, взять вот этот топор? Блять, а? Ну, видимо, придется забыть про этот удар. Ну что, я медленно нажимаю или что не так-то? Как-то так получается, по наитию скорее. Ладно, давайте, надо как-то проходить. О, все, меня здесь сейчас выебут. Ну все, ну заново, наверное. Ну иди сюда, пидорас, бля, ебаный. Отлично. Ну, меня убьет сейчас просто. Ну, это да. Ну, посмотрите, ну, наверное, не знаю, что делать. За варвар что-то не получается вообще. Может, не пользоваться топорами вообще тогда? Ну не могу я им просто пользоваться. Ни супер удар идет, не идет, ни обычный удар нахуй не идет, блядь. Ну тут еще и лучники, да? Ну как-то так, не знаю. А где? Мелкий-то где? Блять, а. Ты получил все равно по хребтине, а? Ну они просто как бы лучше меня во всем. Вот и все. Вот в этом как бы что-то объяснять. Правильно. И жизни-то уже нет ни копейки. Да, печально это все. Печально. Может, я, конечно, не привыкну, как за гнома привык, но хуй его знает. Блять, да, это я помню. Твою мать.
пиздец, блядь. Уровень-то у меня не скоро тут, блядь. Хуёво, блядь. Ну, попробуем как-нибудь до уровня дожить. А, тем более тут бутылочки, да. Не помню, там есть кто-нибудь или нет. Есть, сука. Ну надо все жрать, что тут. Конечно, он ничего не дает, этот сухарь, но... Блядь. Так, вот здесь вот руна, но ее сторожит голем. Поэтому... С големом я не знаю, как я сейчас буду драться. Ну не мечом явно, вон эти хуи ходят. Опять меня чуть не убили, блин. Будут часто сохраняться, а что делать? Отлично. Блять. Везде здесь лучники. Надо его загандонить, он меня бесит просто, тварь. У всех были бутылки. Или у этого не было. Или она отлетела куда-то. Блять, я не помню, у этого была бутылка. Ну, судя по всему, если и была, то всплыла, как говорится. Так, собираем эти стрелы, не знаю, зачем нахуй они нам нужны, но пусть будут. Теперь главное мне дожить до 15 уровня, тогда будет для этого меча супер удар. Но вот этого точно была бутылка, блядью буду. Так, сейчас. А вот лежит бутылка, все, нашел. Где она? Где она? Вот она. Убираем стрелы на всякий случай. Как мне того мудака убить, я не знаю.
Ладно, сейчас разберемся. Сейчас мы сначала вниз сходим. Тут, по-моему, что-то есть хорошее, нет? А, топор тут гномовский. Да, блядь. А, и сухарь, да. Очень нужная вещь. А, можно еще наверх, а наверху там что? Наверху бутылка. Уже много их набрал. А, все, больше не нужно, да? А еще, можно еще выше. А нахуя? Конечно, угнетает меня то, что не получается у меня ни сокращать, ни бить. Так, а вот тот пидорас, бля, ебаный. А, мне же к нему сейчас еще и не надо. Мне надо помимо него еще вот сюда зайти. Ну пойдемте за руной, чё. Как я буду голема бить, нахуй? Сейчас разбежаться надо как следует для начала. Разбежался, ебаный твой рот, блин. Сука. Как я буду. Я никогда в жизни эту игру без сохранений не пройду. Если даже меня не будут убивать, так я буду падать. А где это он? Не, пошел нахер. Ну и что мне делать с големом? Мне руну сначала взять. Давайте руну сначала возьмем. Потом придется все-таки голема отпиздить. Ой, был бы я помоложе, может я как-то побольше. Так, нет, я не хочу этой стрелой. Ты... Ну давайте, ладно, похуй. Не хотел сказать, не хочу ядовитой стрелой. Тем более не попал. А, или тут ловушки что ли какие-то на руне, я не помню. Был бы это моложе, мне может было бы проще в игры играть, а то я... А, блядь, я помню, что здесь за руна. Ёбаный в рот, блядь. Сука. Пошло оно нахуй. Я и в рот ебал эти камни. Кирпичи ебаные. Так. Ну что такое-то? Of how Iana expelled the gods from their dwelling place and kept the earth closed, keeping behind her works and creatures. And how Spentamanuel watches over the earth from the sun. And Iana dwells on the moon. To watch over the night from there. From that time on, then, the succession of day and night. Когда показывают варвара, лицо варвара, оно у него все время перекошенное, блин. А, то есть я голема сейчас получился не отпиздил. Не, надо ему пизды дать. Где ты, сука, блядь? А, ну где-то тут, да? Где ты, блядь? Тварь на стероидной, блядь. Ёб твою мать. Угу. Давай, давай, сука, хуй, блядь. Ты куда делся-то? О! Да, что-то я немного с него снимаю, если честно. Угу.
Ну, хоть так. Варвары все оружие очень близко бьет, особенно топоры, бля, епта. Ага, до свидания. Под удары попадать мне сейчас... Мне повезло. Чистой воды, блин. Сука, блядь, хуятина. Ты не охуевший или будешь, товарищ? Блять, а? Смотри, как активизировался-то, мразь, блять. Смотри, он ничего не дает мне с собой сделать. Ну все, наверное, я думаю, пиздарики. А, нет, уровень. Ну это мне опять повезло. Ну тяжело за варвара играть мне пока. Ну просто пиздец, как тяжело. Так же тяжело было и за гнома. У него очень короткое оружие. Так, 15 уровень. Там что-то должно быть с мечом, да? Big Sword. Вот так и вверх, и вниз. Да? Ёб твою, какое говно. А, да. Так. Да. Она особо не сокращается. А, по-моему, даже Бот-Госу говорил, она не сокращается. Для этого меча атака. Ну, херово, чё. Здесь лежит это рыцарская дубина. Мне она не пригодится, к сожалению. Херово, да, херово это все, конечно. Очень тяжело этот тайминг запомнить. Ладно. А, вот, сокращается. Значит, про какую-то другую атаку он говорил, не сокращается. Не, надо, чтобы он вертеться начал, блядь. Смотри, что... Ну что такое-то? А чё... Не, давайте это... У меня что-то все зависло, и клавиатура, и все. А я не сохранился, что ли, после голема, да?
Ну, как все круто, ну ладно. Да. Там внизу, мне там вода какая-то, пизду ее. Of how Iana expelled the gods from their dwelling place. Потому что еще какой-то, блядь, орк сраный мне пол жизни отнял, а у меня все зависло. У меня плохая довольно клавиатура, очень жесткие кнопки. Печатать на ней сложно, уж тем более играть. Надо выбрасывать, похоже, жалко. Только что купил, бля, и пиздец, нахуй. Вот. Ну что такое-то? Она тут теперь сохранится, да. Ну где ты, хуета? Замечательно. Ну я еще не ту кнопку нажал. Ну что-то у меня сегодня, да, не идет. Совсем плохо идет. Сложный какой-то, да, персонаж для меня пока. Ну, сейчас он по мне как-то случайно не попал. Ну хуй с ним. И, я по нему тоже не особо попадаю. На, ёбаный урод, блядь. Скоро ты отшатываться уже начнешь, мудак, блядь. И стал. Пидорас, нахуй. И что мне теперь делать? Кто скажет? Пиздец, пиздец. Просто пиздище. Не, без наведения цели я не могу играть, вы чё? Сейчас мне кажется, что варвар даже менее подвижный, чем гном в бою. То есть он не может отойти, ему сложно уклониться от удара, даже такого придурка, как вот этот голем. И у него очень короткое оружие. И удары действительно у него все какие-то... Может, они и сильные, я все понимаю, но их бить невозможно просто. А вот почему сейчас не произошел удар? Два удара идут мимо. Варвар то, что ли, багованное оружие какое-то? И по нему, в принципе, реально нельзя попасть больше одного раза.
Ну, я уже просто как бы в отчаянии, поэтому я бью его как попало. Потому что, ну, я не знаю, что с ним делать. Бутылку, что ли, пить? Ну, я не знаю. Ну, сейчас еще раз попробую, придется пить бутылку. Я не знаю, как его победить. Варваром. У него не сокращаются никакие атаки, они все очень долгие. Что это такое-то? А, и снова стена выросла. Ну вот он просто меня ловит и все. То есть это... Ну, проще простого, я не знаю, что делать. Это пошло все нахуй, а. Ну что вот это? Что я делаю неправильно? Почему так происходит? И как вообще его убить? У варвара ужасно короткое оружие. Как вообще это возможно сделать? Как у меня получилось-то один раз, случайно как-то. Ну вот что делать? Вот он... И все, это смерть. Ну здесь еще этот поебой там мешается, блядь. И все, удар. Ну, ну пошло все нахуй, а. Ну, ну реально вот бесит. Не дает себя бить. Ну что делать-то? Я не понимаю. Придется пить сейчас бутылки. Я не знаю, как еще его пройти. Мечом бить, может быть. Может быть, меч как-то длиннее будет доставать до него. Я понимаю, что суперудара нет, но какие еще у меня есть варианты? Ну вот и все. Понимаете, он... А вот сейчас он решил просто не пробивать удар. А сейчас тоже он решил не пробивать. Ну что же такое-то? Ну это издевательство какое-то. Бред, это бред. Не может, не должно такого быть. Ну, что я могу сказать? Пьем. Пьем. Иначе никак просто. Еще пьем. Почему это такой сложный противник? Я понимаю, да, варвар прикольно выглядит, да, там куда-то пошел-то. Ты где, ебанутый? Но он меня и так-то добьет, потому что варвар очень примитивно все делает и... Посмотри, он еще и застревает, блядь. Ну, понимаешь, что он брутально выглядит, да, то все... Ну, персонаж на самом деле говноватый, да, такой. Ну, тяжелый очень. Ну хоть раз попал, и то хорошо. Крутится, крутится и не бьет. Ну что я могу сказать? И... Комната здесь тоже, конечно, блин, такая. Гандон вонючий.
Да. Ладно. Да. Ну, действительно надо по кнопкам много раз нажимать, не знаю. Чтоб били супер удары. Вот этот прошлый раз меня отымел, тут как мама не горюй. Ну и сейчас меня поимел. Так, на 300, особо не напрягаясь. Выбешивает, конечно, немножко. Отлично, опять промах. Не, за варвара очень тяжело. Да, как-то очень напрягает за него игра, и она тяжелая, и вообще радости никакой не доставляет. Чего? Куда мне теперь? А, нет, мне надо, наверное, самое начало. А, я туда теперь хуй пройду, ёб твою мать. Так. О, а тут еще и лучник. С хули он тут, блядь, встал-то? Во-первых, мне бутылка нужна. Ну здесь хоть бы уровень быстро набирается. Так, мне надо туда пиздануться, да? Ради бутылочки на 500. Ой, блядь, пиздор. Пиздос, блядь. Где ты, тварь, блядь? А, вот он по мне тоже попадает, ёба. Правильно, да-да-да-да-да. Все хорошо, все так и должно быть. Падла ебаная. Тяжело идет. Очень тяжело идет, я бы даже сказал. Какой-то вот, ну я не знаю, в чем даже вот, чем он, блядь, сложен. В
чем он сложен. Но вот он очень сложен. Он неудобный какой-то. Оружие короткое. Все комбинации очень сложно выжимать. Нарочно это так придумано или что это, или только мне так кажется. Ну бери. И назад он плохо отпрыгивает, вот что. Какая у него проблема, блядь. Спасибо. О, вот ты откуда взялся? Тебя здесь... Ну, бутылку он выжрал, мою. Ну, пока, в общем, тяжело мне очень за варвара играть, не исключая, что я за него не смогу вообще игру пройти. Ну, может, как-то под... А чё, всё зависло? Горит хаммер, блядь. Так, ну, теперь мне придется бежать вот тут и... По новой... Ну, короче, зажигать огонь, и теперь мне откроют тогда дверь. Понятно. Блять, да что ж такое-то? Ух, бутылку не успел выпить. На том спасибо. Сколько у меня их тут? Мало. Полной жизни. Нет, тут еще будут вроде как бутылки, если я правильно все помню. Давайте сохранимся. А, все, вспомнил. Он медленно бегает-то с факелом. И прыгает хуёво. Блять. Ну правильно, да. Тут мне по-любому, блядь, вхуярят, блядь, в жопу, блядь. Так, тут надо сохраниться, а то этот огонь, нахуй, блядь, отнимает жизни. Пиздец. Ну что с этим не сделаешь, да? Абсолютно согласен, дружище. Комплимент, your континент, блядь. А, ну сейчас здесь эти хуесосы, понятно, да. Так давай где-нибудь вот сюда вот. Не-не-не. Варвар, ты будешь бегать? Не, ну не сюда, здесь лучники. Да. Ну как-то вот сюда тогда все. Ну вот он, отходя боком, он просто ближе подходит.
Да. Все, что я сделал, разбил ему. Блядь! Ты пидор гнойный. Вот сука вонючая, блять. Хуйло, блять, ебаная, блять. Да. Ничего я тут не пройду. Ну спасибо. Все стрелы летят точно в варвара. В гномы еще хоть как-то не попадают. Этому, блять, всю жопу истыкали стрелами, блять, хую, блять. Такому нахуй. Медленный он в бою, медленный и тяжелый. Придется что-то пить. Я тут не доживу до 15 уровня. Это как мне дожить? Тут нигде нет никаких бутылок, еще что-то. Варвар не может его. Варвар не может его убить одним ударом, как гном мог. У варвара таких атак нет. Криптлок. Жизни, да, это мощно. Тут сейчас лучники еще будут. Что это вообще такое? А, понятно. Это выход, да? Здесь бутылочка, да? О! Мне теперь только вот туда, да? Здесь лучник. Спасибо. Сто 50 ему не хватает для того, чтобы добить этого лучника. Ну, что я могу сказать? Варвар еще и слабый персонаж. Атаки у него слабые. Это я вообще где сохранился-то, ебать, в сраку? Блядство какое ебаное, а нахуй.
Я в рот ебал, я не помню, куда мне дальше. Вот сука. Так, здесь вот бутылка лежит, да, я помню. Может, выпить ее? Потому что я думаю, я не справлюсь с этим лучником. Малой кровью. А где он вообще? Все, я думаю, надо по новой просто начать, если все. Да. Ну, они просто хуярят со всех сторон, и я ничего здесь сделать не могу. Тут придется сейчас пить опять бутылки. Ну, а что еще делать? Они для того, наверное, и нужны. Жалко, что в них нет как бы переизбытка. Пью я их вынужденно, ну что еще делать? Иначе я не смогу здесь никак. Ну вот он просто имеет неуклюжего, тупого варвара, блядь. Не мало подвижного нахуй. Да. Варвар – короткое оружие, вот в чем проблема. Такое ощущение, что короче, чем у гнома. Я имею в виду оружие, конечно. Так, это тоже с бутылкой был, да? По-моему, лучники, да? Вот суки, а. Говно, блядь, ссаное. Ну и что, мне опять с големом, что ли? Ну, с големом, с другой стороны, я получу уровень. Если я с ним буду сейчас драться. Я буду драться с големом, я получу уровень. Но тому голему что-то жизни в два раза больше, чем у того, который был в начале. Поэтому победить его шансов немного. Блять. Еще, блять. Это меня сейчас убьет, да. Оно и верно. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Как же за него играть, а? Я пока не понимаю.
Где? А, его нет. Или он вниз, что ли, спрыгнул? А, он спрыгнул вниз. Ну и в пизду его. Что же могу поделать с тем, что он... Так, иди-ка сюда, да. Ну вот в чем дело. И... Заебался, сука, со своим щитом. Меня убьет. Он убьет у меня. Я ничего с ним сделать не могу. Бля, как же сложно. А может быть с уровнем как полегче будет. Но может и не будет. Давайте сохранимся. Тут чё, блин? Тут тупик, да. Угу, понятно. Что ж тут дохуя, ребят, нет? Как вам гранат туда бросить, а? Вы слышите, нет? Слышь, долбоёбы! Но это уже пьет. Еще не достает. Так, сейчас. Да, угу. Ну да хуя ли у тебя прочность-то щит, а? Варвар, хули ты бьешь только сверху, а, мразь ты такая. Я ж тебе разные кнопки нажимаю, сука, разные кнопки нажимаю, сука. Он бьет только сверху. Какое же кривое управление, а. Пиздец просто, блядь, он бьет сверху, бьет и бьет сверху, бьет и бьет. Банство, блять, нахуй. Так это вниз, что ли, спуск? Вниз я не пойду, да, но мне нахер не надо. Что там не видел. Это назад, что ли? А, ты вышел сюда покурить? Мужик, курить вредно.
Варвар. Пиздон. Ну с варваром, блядь, драться-то вообще ничего не стоит. Щит подставил и все. Этот стоит, блядь. Дрочит, блядь. Хуета. Но это я еще небудь бить не могу. А, это еще... Еще и топор считается. С какого уровня у нее супер удар? 16. А, я уже могу, да? Две атаки влево. Так. Да, сокращать не получается. Да и энергии на этот удар особо не хватает. Не знаю, может даже дальше как полегче за него будет, потому что сейчас что-то вообще... Я не представляю, как я буду за него играть дальше, за этого варвара. Так, ну теперь мне голему стало быть, вот с этой дубиной. Да он меня поимеет с этой дубиной, чё, блядь. А, вот, сюда. Так я сохранился там, чё? Зато он отхватывает хорошо от этой дубины. Два удара и пизда тебе, сука. Так, а теперь мне надо бежать. Хуету эту доставать. Ну там сейчас просто будет. Там зомби, хуёмби, да, и вся хуйня. Так, а еще тут где-то пидорас ходит, который упал. Он же где-то тут был, я помню, вот этот гондон. Где-то он здесь ходит, пидор. Или это не тут? А, это самое начало, я что ли попал, бля. Ну, значит, он вот здесь. Но сейчас я ему пизды дам. Это по-любому. Мне кажется, тут бутылка лежит. Хуя она тут лежит, блядь. Пидорас, сука, он же где-то тут был. Вот он. А тут еще и два. Варвар, ты уебище. Какая же ты мразь. Че ж ты творишь? Почему ты бьешь два раза? Ой, блядь, какое же ебаное уебство, а? Где вы тут?
Где? Смотри, что твои ходят. Какой же косой, а? Ну, слов цензурных нет, конечно, такого персонажа. Богов он и хуже гнома. А на две атаки вверх тут ни на один меч не хватает выносливости, да, блядь? Не хватает, да. Сколько ж тебе выносливости надо? Ну ладно. В конце тут, по-моему, два голема. А, ну сейчас у меня дубина есть, может быть, хоть какой-то шанс. Я думаю, как мне тут уже, что мне тут в конце уровня делать. Я охуеваю, блядь. Ёбаный пиздец. Варвар. Ой. Так, куда мне дальше? Так, дальше тут темно и страшно, да? Но нужен факел. Где-то тут были же факелы, нет? Блять, а? Не удивляюсь, если варвары сейчас эти зомби убьют. Там, в темноте. Совершенно не удивлюсь. Сука, как же здесь темно-то. Угу. Как интересно, поджег эту миску. У меня что-то внутри есть. Блять, а, погас факел. Я в рот его ебал. А, его уже нельзя поджечь. Вот это хуёво, да. Так, ребят. Он что, по мне попал? Ну, пидорасы. А что ты стоишь-то? А,
Ой, что такое-то? Что такое-то? Блять, а? Сука. Варвар промахнулся и на 500 получил от зомби. Да, сходил за факелом, называется. Ну вот этот факел ты можешь взять? Или это тот, который я выбросил? Вот факел, бери. Ты можешь его поджечь-то? Или не можешь? А он не поджигает. Это прискорбно. Значит, придется в темноте ходить. Ну что делать? По-моему, для меня тут ничего ценного нет. А где-то кнопка, что ли, блин? Приезжать, когда этот посох меня вылечит. Что меня не лечит особо. Никаких варварских этих самых я тут не помню, тут только для амазонки лежит копье. Так, что за... Ну да, тут никаких противников, по идее, не будет, потому что надо... Варвар драться-то сейчас не сможет. А, сможет. Так, а куда мне... Как мне выйти-то отсюда теперь? Так, все правильно. Здесь этих лучников здесь нигде больше нет. Так. А что здесь никого нет-то? Товарищи.
А, надо на эту нажать, что ли? Тяжело мне пока играть за варвара. Куча дверей открылась. Так. Да, кто-то уже хрипит. Он, где ты, хуйло, блядь? Петрович. Блядь, я его не вижу, нахуй. Вон он. Ну, давай, иди сюда. Блядь, их двое. Достал. Так, друзья, может вас так вот этой хуйней? Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо, я же сказал, не надо, он ударил. Ну все, смерть. О, какое блядство, а. Да он меня технично объебал, блядь. Ну а чё с варваром еще можно сделать? Ну пусть убивают по делам. Просто по делам. Он вокруг соперника не ходит. У него нет такого, видимо, функции варвара. Гном хотя бы уходит в сторону. Этот в сторону не отходит. Да, что-то как-то не идет за него игра. За него игра совершенно не идет. Все оружие короткое. Давай как-нибудь побыстрее. И он не меняет оружие. Вот еще в чем проблема. Возьми бубину, а. Ну, говно это тоже дубина, блять. Видите, он ближе к нему подходит. Вот вправо он, может быть, еще и уходит. Влево вообще бесполезно. Ну, кое-как получилось, случайно. То есть вот такой уход в исполнении варвара, он бесполезен. Надо что-то выпить, потому что я тут сдохну так. Что у меня есть-то? А тут еще кто-то звенит. Прям это кто-то внизу или наверху? Не хватило энергии тут. Дебилизма. Да, вот это надо. Чтоб так. Да.
Да, надо при этом ударе несколько раз нажимать на клавиши. Так, ладно, давайте хуйней не заниматься, искать, куда нам идти дальше. О, а вот он где, сука. Ну как я его тут убью? Все, по делу мне. Убивай. Забываю о том, что он очень медленно восстанавливается, да. Жуть. Просто жуть. Сложно. Ну где он теперь? Я не понял юмора, куда он теперь пропал? Блять, а? А вон куда? А вот зачем он сейчас нажимает еще, если я его не давал такой команды? Наконец-то у меня появилась лишняя бутылка. Ну, по-моему, это не тот, которого я вот видел внизу, этот другой. Долго мне еще до понимания, как в эту игру нормально играть, блядь. Пиздец. Каждому надо привыкать. О! А, ты здесь, сучий, ты. Неужели я у него бутылку успел выбить? Видимо, успел. Так, спокойно. Я вообще что-то подзабыл, зачем я сюда пришел. А, за камушком, да. Так. Все, камень я забрал. Ну как-то так, не знаю, блядь, сокращать эту хуйню тяжело. Так, как мне теперь вниз спускаться? Хорошо, я спустился вниз. Оригинально, нахуй, ёпта. Угу. Ну, примерно так, значит, бьется этот удар. Ну, с этим особо не получается, да. Ладно.
Так, куда этот камень вставляется, я забыл уже, ёб твою мать. Пустой глаз, блин. Чё, где открылось? Тут что ли? А, нет, это наверх. Значит, наверх, ёбаный в рот. Блять. Ну и куда мне дальше идти-то? Чё, где-то что-то открылось. Где, что, я не знаю, нахуй. Тут все закрыто. Ёбаный в рот, блин. А, понятно. Давай, ёб твою мать. Тут долго ждать, пока восстанавливается эта хуйня, но как с ними по-другому еще? Да нахуй по-другому, если... Дубина есть. Хорошо, что они по одному появляются. Угу. А здесь варвар решил не пробивать. Суперудар. Ради разнообразия, да. Блядство в рот ебаное. И вот так, да, ради интереса. Приди в себя, а. Блять, ссаное уебанство. Да прекрати ты на него смотреть. А я что-то теперь вылезу. А, ну должен вылезти, да. Ну что, где он? Еще будут? Все. Так, а мне теперь куда? Извиняюсь за выражение. А, сюда? Вот это, да, мне нужно было взять. Рязань. This is Ryazan, the Amber Gem. Guardian of the sword, the legacy of Narim. Golden symbol of the sun. Ничего случайно нет. Не, ничего нет. Неплохо я так набрал два с хреном уровня за этот храм. Так, тут тупик. Мне здесь сейчас придется прыгать, а ну тут, по-моему, остались только големы. Ну их, правда, два, суки. Пидорасы, блядь, два гондона.
Только на дубину и надежды, да. Так, ну чё? Давайте сохранимся здесь. Почему я за амазонку тут не мог перепрыгнуть? Ты объебался, да, я согласен. А чё ты своего-то бьёшь? Ну хотя бей, мне похуй. Один застрял, да? Ну вот оно и всё, да, это я сам туплю. Ну он очень мало выносливый, конечно, варвар. То ли рано эту дубину взял, он постоянно с ней устает. То есть ударь его, нужно хотя бы 20 секунд ждать, пока восстановится. Все, ни в коем случае второй удар не наносить, хотя очень хочется. Сейчас он просто не пробил. Ну, как это обычно в этой игре бывает. Он сейчас промахнулся, что... А, нет, он сдох. Ну, это хорошо. Да, дубина разбирает хорошо их. Сейчас еще рано, естественно. Вот только сейчас можно что-то делать. Давай. Давай, дружище. О! А, ты не сдох. А, сдох. Тут они неочевидно помирают. Вот с этими големами варвар справился без проблем, без особых. Но только своей ошибкой, потому что я не заметил, что он, блядь, это... Ну, нихуя ты... Балерины ебаные. Откуда у тебя татуировки, чувак? Неужели тогда их уже умели делать? Пиздец. Я устал, уровень какой-то сложный, да. Так, ну... Я сюда пришел, будучи 14 уровня, там у меня было половина, сейчас уже почти 17. Вот. За один уровень, за один этот самый... За один уровень игры я поднял себе больше двух уровней, как бы, вот, опыта. In the dark times, when the gods still dwelt among men, the followers of Shathra, god of metals, and ally of Angramanyu, prince of darkness, raised a fortified temple in the heart of the dormant volcano. Centuries thereafter, the temple was fitted out as a fortress, where the great smiths of old forged the finest of weapons. Nergal, the maker, chose the sacred obsidian. But as the years passed, the fortress fell into disuse, and the Так, давайте чуть-чуть это еще попробуем, вспомним, как это делается.
А, это... Да, понял, да. Понял, не дурак. Блять, да я хуй ебал. Тут где-то бутылка, по-моему, да? А, ебаный в рот, у меня этих бутылок достаточно много, да. Смотрите, 2,5 уровня практически я набил на одном этом самом храме Альфарун. Так, сейчас я чуть потренируюсь и все. Так вот как-то. А, ну уже устал, ладно. Все, пора заканчивать, ладно. Спасибо всем, кто смотрел эту серию, это прохождение. Если есть желание что-то в комментариях написать, то напишите. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего вечера. Выполняйте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.